Шелка, перчатки, шляпки, меха. Коллекция в стиле ретро-ностальгия от Мэтра Зайцева открыла 22-й международный текстильный салон. Безупречно и безукоризненно. Слова, подходящие для модели кутюрье. Зрители увидели около 30 образов как мужской, так и женской одежды. Необычные головные уборы, струящиеся платья, перья. Показ уровня мировой моды, отозвались критики. Сейчас очень многие говорят о том, что наша российская мода в кризисе, наш российский текстиль в кризисе. Если бы это было так, наверное, бы не был этот проект так успешен. Основу показа нашего текстильного салона всегда составляют показы наших ивановских коллекций, которые созданы на промышленных предприятиях в содружестве с ведущими дизайнерами и модельерами. В основном конкурсном показе участвовали более 20 коллекций. Работы представили промышленники, предприниматели, студенты профобразований, колледжей и лицеев. Члены жюри отметили, что марку моды от ивановских дизайнеров участники поддержали на высшем уровне. Наряду с представителями нашего региона участвовали дизайнеры-модельеры из Ростова, Ярославля, Москвы, Вологды и Армении. Впервые в истории текстильных салонов в промышленную номинацию ввели одежду для дома. Участники представили модели повседневного текстиля. Специалисты отметили, что предпринимателям есть чему поучиться у студентов. Представленным ими коллекциям прет-а-порте не хватало дизайнерской культуры. Вот культура подачи, такой коллекционности, какой-то такой высокой тоже планки для дизайнеров, которые бы они себе установили. Вот ивановской марки там не хватает, вот этой культуры высокой. Вот не случайно же все началось с показа Зайцева. Работы студентов вузов и учреждений профобразования были выполнены на высшем уровне, отметили члены жюри текстильного салона. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.